Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Начинаем очередную лекцию. Социальное развитие. Ну вот для того, чтобы мне так представлять, какой есть у вас взгляд на развитие до начала, так сказать, лекции, хотелось бы спросить, что, как вы думаете, что такое развитие? Какие есть мысли? Что такое развитие вообще? Да. А? То есть вот если я упал с 15 этажа, превратился в лепешку, это качественное изменение, это развитие. А? Но вы же, тем не менее, остались самим собой. Нет, не остался самой собой. Я был живой, теперь уже не я, а труп. Это развитие разве? То есть... А вот вы, если развиваетесь, все время у вас качественные изменения? Вот сейчас вы больше стали знать. Это качественное изменение? Больше знаний приобрели. По-моему, это количественное изменение. А? То есть нельзя свести, по крайней мере, развитие просто к качественному изменению. Хотя в развитии может быть и качественное изменение. То есть вот сухой остаток нашей самой такой беседы состоит в том, что, видимо, когда речь идет о развитии, надо иметь в виду и не только количественное, но и качественное изменение. Но вот изменения, вот какие изменения? Когда можно говорить о развитии? Просто вот если есть какое-то изменение, это развитие у нас отдельно было. Рассмотрение категории изменений. Вот если человек жил и умер, это развитие? Или если мы будем рассматривать процесс, так сказать, вот, разрушения какого-нибудь здания, вот оно разрушается, разрушается, это развитие? А? Нет. Ну вот как понимать развитие? Так, вот вы что думаете по этому поводу? Что такое развитие? А вот как вы думаете, что проще, категория прогресса или категория развития? Развитие. Развитие проще. А раз так, то нельзя более простое понятие определять через более сложное. Потому что, чтобы говорить о прогрессе, во всяком развитии есть и прогресс, и регресс. Правда? В развитии. Вот вы, например... Мы с вами занимаемся, вы, значит, находитесь в таком движении, в изменении к тому, чтобы стать выпускником, да, музеологом. А в то же время мы с вами стареем. Или один я старею. На мне вот больше, может, видно, а на вас как раз не видно. Но, я думаю, никто не будет отрицать, что есть такое движение. Это вот само по себе старение – это прогресс? Нет, это регресс. То есть, а вот вы же развиваетесь, значит, в развитии может быть не только прогресс, но и регресс. Но об этом мы отдельно поговорим. А так вот вы совершенно правильно ответили на вопрос, что проще. Категория развития более простая, чем категория прогресса. Потому что надо знать, в развитии уже потом идет речь о прогрессе и регрессе. А вы что скажете про развитие? Что это такое? Изменение. Ну, то, что развитие – это изменение, это правильно. И все, любое изменение – это развитие. Вот если человеку нанесли сзади удар топором по голове, это развитие? Это изменение точно. Это развитие событий. Ну, можно считать это развитием человека, который стухнул? Нет. А развитие болезни? А? Например, развитие болезни. Да, если болезнь у вас предмет, то развитие болезни. Так что? Так для этого надо, чтобы знать, что такое развитие болезни, надо знать, что такое вообще развитие. Значит, вот теперь я хочу, чтобы у вас не складывалось впечатление, что, дескать, вы такие вот плохие, что вот вы не знаете. В чем тут закоска? Вот Гегель, как человек очень не только просвещенный, а гениальный, он объясняет, почему так получается, что вот некоторые категории, которые на слуху у всех... Ну, не будете вы отрицать, что вы слово «развитие» многократно слышали, знали, воспринимали, и воспроизводили и так далее. Оно относится к категории известного, правильно?
Ну, всем известно вот, про развитие. Есть развитие, да? Это известное понятие. Это не какое-то там понятие новое я сейчас ввел, а вы такого не слышали. Не слыхано, не видано, начали бы спрашивать, это что такое. А про развитие никто и не спрашивает. А что спрашивать? Мы его слышим, это понятие узнаем, знаем о нем, повторяем, говорим с детства. Вот. И оно относится к категории известных. Вот Гегель говорит, а кто будет и заниматься изучением того, что и так без того известно. И поэтому это вот беда как раз самых таких крупных, серьезных, ключевых категорий. Они так хорошо известны, что люди не задумываются над ними в силу их известности. Считается, что это всем известно, все понимают. Ну вот мы провели эксперимент такой, а что это такое? Это эксперимент показал, что известны-то они известны, но известное еще не есть от того познанное, говорит Гегель. Известное еще не есть от того познанное. А если они с детства известны, то с детскими представлениями можно дожить и до глубоких седин. Поэтому наступает такой вот момент в нашем с вами развитии, когда нужно понятия уже некоторые не просто воспринимать как то, что известно, но не понято, а точно знать, что это означает. Поэтому мы обязательно должны остановиться на категории развития, а потом применить эту категорию к обществу. И тема сегодняшней лекции – социальное развитие. Но прежде чем говорить о социальном развитии, надо выяснить, что такое развитие. Точно так же, как если бы я поставил вопрос, что такое красное яблоко, наверное, начать надо с того, что такое яблоко. Потому что если мы не знаем, что такое яблоко, нам перебирание цветов ничего не даст. Мы же с вами, как бы, посмотрите, что мы сделали. Мы начали рассматривать различные формы движения материи. Мы сначала рассмотрели становление, обстоятельно. То есть мы посвятили целую лекцию на рассмотрение становления. И обнаружили, что становление – это единство движения, исчезновения, бытия в ничто и ничто в бытии. В нем мы различили противоположные движения, возникновение, прихождение и так далее. Вот. Потом мы с вами целое занятие посвятили вопросу об изменении. И под изменением надо понимать, как было установлено равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Вот если что-то равно самому себе и одновременно не равно самому себе, оно изменяется. Но выяснилось, что это не какое-то что-то, а это всеобщая категория. Все, что вы возьмете для рассмотрения, любое нечто, оно и равно самому себе. Оно и не равно самому себе. Поскольку и в этом состоит собственное изменение. Какое изменение? Об этом категория изменений не говорит. Можно так сказать. Если сводить более сложную категорию в более простой, можно сказать так. Развитие – это изменение. Если мы скажем, это будет правильное высказывание, но это не определение развития. Правильно? Потому что, можно так сказать, человек есть животное, правильно? Но не растение же он, в конце концов. Но это не определение человека. То есть всегда можно через более простое сделать указание на то, что вот эта категория представляет предыдущее, но необходимо что-то такое дополнить, что ее выделяет из всех изменений, не всякое изменение, есть развитие. Мы можем сказать, что вот есть такое изменение, которое скорее подпадает под категорию деградации. И все опровергающие примеры, которые я приводил, они и сводятся к тому, что я вот показывал вам такие изменения, которые скорее подпадают под понятие деградации. То, что было что-то там живое и сложное, стало простым и мертвым. И, скажем, категория противоположной развитию является деградация. Что же такое развитие? Ну, во-первых, если говорить о том, что развитие – это изменение, то вообще развитие – это движение. Можно сказать, что развитие – это движение от ничто там, к бытию, или это движение от себя к себе. Вот если вы развиваетесь, вы от кого движетесь? От себя. Правильно? Вы движетесь. А к кому вы движетесь? Ко мне? Нет, я сам по себе двигаюсь.
То есть всякое развитие – это движение от себя к себе. Или иногда говорят, что это движение на собственной основе, что вы не переходите в другое, вы не становитесь другим человеком. Или если вы становитесь другим человеком, то это означает в то же время, что остаетесь тем человеком, каким вы являетесь. То есть это движение от себя к себе на собственной основе. Но какое это движение к себе? Это определение развития. Вот так звучит развитие. Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Низшего к высшему, простого к сложному. А если взять движение противоположное, было высшее, превратилось в низшее. Допустим, вы собрали хворост, подожгли и сожгли этот хворост. Что получилось? Те элементы, химические, из которых состоял этот хворост, они никуда не делись, правильно? Ну, они взаимодействовали с кислородом, вот, но они никуда не делись, и в пепле, и в золе остаются эти химические элементы. Но сложных молекул, а мы прекрасно понимаем, что дрова – это вот относится к чему? К продукту жизнедеятельности растений. А растения создают белок. Поэтому это очень сложные молекулы, это органическая химия. И поэтому, когда вы сожгли, произошло движение от сложного к простому. И у вас в итоге вот элементы. Что то же самое происходит и с человеком. Вот это качественное изменение, когда в крематорий кого-нибудь отвезут уже после смерти, там сожгут и вам в урне выдадут. Вот, пожалуйста, вам, как вы говорите, качественное изменение. Так что это не просто движение и не просто изменение, а изменение низшего к высшему. От простого к сложному. Вот посадили вы желудь. Желудь – это дуб? Дуб. А? Как? Почему это в перспективе? А что это? Что, каштан, что ли? Что, это каштан, а будет дуб? Нет, это не в перспективе дуб, а дуб. Какое растение это? Желтое, какое это растение? Это дуб. Хорошо, вот такой росточек весной. Вот сейчас как раз осенью лежали желуди. И вот они сейчас пошли, пойдут сейчас в рост и вырастет вот такой росток. Это дуб? Или береза? Дуб. А вот такой. А когда он вот будет? С такой кроной. Дуб. А когда на нем желуди появятся, тоже дуб. А когда те желуди упадут с него, вот те желуди, которые с него упадут, они уже как бы будут принадлежать не к этому дубу, а они сами дубы, да? И уже развитие пошло не только так, что одно растение, это из одного этого желудя появилось несколько растений, уже несколько дубов. Идет развитие дальше? И появилась дубовая, потом раз-раз, и дубовая роща, а не только несколько дубков растут. Дубовая роща. Вот это движение низшего к высшему, простого к сложному. А вот превращение дуба в виде желудя в дуб в виде ростка, вот это качественное изменение, про которое вы говорили. Я не забыл ваш вклад в науку. Вот это качественное изменение, правильно? А вот когда у вас дуб начал плодоносить, это тоже качественное изменение. То есть он стал уже давать желуди, правда? А вот когда появились ростки из тех желудей, которые с этого дуба попадали, это тоже качественное изменение. То есть тут вот есть количественное изменение, есть и качественное изменение. Но это все движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот. Тут сразу мы можем разрешить извечную проблему, с которой мучились люди очень давно. Что раньше, курица или яйцо? Как вы считаете?
Что было раньше, курица или яйцо? А? Яйцо более простое. Особенно то, которое снесла курица. Да? Не получается, что оно простое. Если курица курица снесла, как же оно более простое? Значит, надо иметь курицу, и в результате этой курицы получится яйцо. Да кто раньше? Кто? И вот всем задают, все головы ломают. А на самом деле, что такое яйцо куриное? Это что такое? Это курица в виде яйца. Никуда вы от курицы не делись. Это курица все. Ничего, кроме курицы, тут нету. Курица как яйцо, курица как цыпленок, курица как уже взрослая курица. И курица умерла, или ее зарезали. Это уже не развитие, как вы понимаете. Это пошла уже деградация с точки зрения вот этой. Этого понимания. То есть люди, которые знают, что такое развитие, для них этой проблемы нет. Что раньше, курица или... И вот с таким умным видом задают этот вопрос. Или яйцо – это разве не курица? Курица. В каком виде? В виде вот зародыша. Так. Вот поэтому такое определение надо запомнить, что развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Иногда говорят, движение от низшего к высшему, от простого к сложному. И тогда, если речь идет о движении самого себя, мы уже сказали движение от себя к себе, тогда от более простого состояния до более сложного, да? А иногда, ну так вот понимать, что как бы вот вы развиваетесь, а я от простого к сложному иду, третий какой-то, другой человек или другой субъект, который идет от простого к сложному. А речь идет о движении самого какого-то нечто. Нечто, когда развивается, оно идет от простого своего состояния к сложному. Поэтому да, говорят не простое к сложному, а движение от простого к сложному. Ну, в данном случае имеется в виду одно и то же. Ну вот при этом в этом движении, это движение, как вы думаете, противоречиво или не противоречиво? Как вот вы ответите на такой вопрос? Движение вот это, которое мы рассматриваем, низшего к высшему, простого к сложному, оно противоречиво или нет? Противоречиво. А раз оно противоречиво, то, несмотря на общий характер движения, в этом движении есть и противоречие. То есть противоречие связано с тем, что наряду с одной тенденцией есть противоположное. Поэтому диалектическое понимание развития формулирует развитие как движение низшего к высшему, простого к сложному, через разрешение противоречий. А что не противоречиво? Все противоречиво. Есть что-нибудь, что не противоречиво? Можете привести пример чего-нибудь непротиворечивого? Не можете вы привести такой пример. Потому что все противоречиво. Раз все противоречиво, то вот это вот движение низшего к высшему, простого к сложному, оно непременно является движением через разрешение противоречий. А с каждым противоречием связаны противоположные тенденции, правильно? Раз развитие это есть движение низшего к высшему, простого к сложному, значит, есть и другое движение. Какое? Высшего к низшему, сложного к простому. И тогда развитие представляется не как такое тихое, мирное, смирное движение, а как борьба противоположностей. И развитие правильно понимать как борьбу противоположностей. И в зависимости от того, как складывается эта борьба,
В этом самом развитии могут быть различные зигзаги, правда? То есть, если в целом это борьба низшего к высшему, простого к сложному, но вот вы заболели, у вас насморк. Это что, тоже борьба движения? Вот вы развиваетесь, хотите стать специалистом в какой-то области, а у вас сейчас насморк. О чем это говорит? Это говорит не о том, что это нарушает общий ход развития, но это противоположно, оно мешает этому движению, правильно? Мешает раз, а оно противоположно этому движению. То есть там любое заболевание, какое человек претерпевает, оно противоположно ходу развития. Но если оно в целом не такое заболевание, которое становится смертельным, а такое заболевание, которое приходящее, временное, оно не останавливает развитие. И человек, выздоравливая, он преодолевает что? Болезнь. То есть преодолевает противоположную тенденцию. И вот эта общая тенденция развития, она побеждает. В связи с этим вообще надо понять диалектику борьбы нового со старым. Вот новое имеется в виду более передовое, более развитое. Старое, менее передовое, менее развитое, которое, как говорится, у вас как вериги на ногах, оно тянет вас назад, на дно. Значит, как проходит эта борьба? Вот новое. Новое имеется в виду не такое, что никто это не видел. То есть сейчас я приду в какой-нибудь четырехугольной шапке. Хотя четырехугольные шапки у нас даже олицетворяются с академическими званиями, с академиями. Иногда вот показывают, так вот ходят. Но я у нас никого не видел еще пока. Ну, кроме некоторых студентов, которых специально там обрежают. Но если я надену еще на голову сковороду, то вы скажете, что это новое, конечно, но ничего передового в этом нет. Вот если мы под новым будем понимать то, что более развитым является, чем распространенное прежнее, там, чем какой-то принцип распространенный, вот если мы под новым будем понимать не вообще новое, а новое передовое, то вот мы должны рассмотреть диалектику вот этого появления и движения этого нового передового, утверждения его в жизни. Когда новое рождается, оно, скажите, пожалуйста, слабее старого или сильнее старого? Когда рождается. Слабее. Вот. Значит, вывод. Новое, когда оно только рождается на свет, всегда слабее старого. Теперь второй вопрос. А побеждает в борьбе нового со старым? Слабейший или сильнейший? Сильнейший. В борьбе побеждает сильнейший. Отсюда какой вывод появляется? Если вот новое передовое появилось на свет в обществе, в науке, в культуре, в искусстве, где угодно, в идеологии. Вот это новое, когда оно появилось, и еще не утвердилось, и еще не распространилось, и еще не окрепло, оно слабее старого. Тогда вопрос, кто побеждает, новое или старое? И несмотря на то, что это новое передовое, прогрессивное, так, свежее, замечательное, более сложное, побеждает старое. Могу сразу привести пример, вот связанный с нашей сферой. Вот есть сфера науки и сфера защиты диссертаций. Существуют определенные правила, которые установлены высшей диссертационной комиссией. Скажем, для того, чтобы кандидатская диссертация была защищена, предъявляется ряд требований. Одно из требований – новизна. То есть, если вот ваша диссертация не имеет новизны, и она и рассматриваться даже не должна. Если вы должны в автореферате указать новизну вашей работы. Вы должны указать новизну вашей работы обязательно по введению к диссертации. Причем, если это требование не выполнено, она не отклоняется. Диссертация и не рассматривается. Рассматривает потом в конечном итоге диссертацию ученый совет. Диссертационный совет. В диссертационном совете сидят в основном доктора.
Вот. Оппонент должен быть один доктор наук, один кандидат, если речь идет о кандидатской диссертации. Если речь идет о докторской диссертации, то должно быть три доктора наук оппонента официальных. И обязательно должна быть еще ведущая организация. То есть вот кроме этих двух оппонентов по кандидатской диссертации, один из них доктор, или трех документов по докторской, должна быть ведущая организация, которая должна представить отзыв на диссертацию. Заключение. Оценивать ее положительно или отрицательно. И вот ваше новое передовое. Выходит оно, раз оно новое, то, в общем-то, никакой гарантии, что люди, которые исповедуют то старое, которое широко распространено, никакой гарантии, что они будут поддерживать это новое, нет. И можно сказать, что чем новее диссертация, чем, может быть, она ярче и глубже, тем больше может быть у него изначально противников. Так? Так. А существует такое правило, что диссертация считается защищенной, если за нее проголосовало не просто большинство ученого совета. Но большинство – это значит, ну как бы демократично так вот. Меньшинство против, большинство за. Ну есть против, есть за, но большинство ученых, которые входят в диссертационный совет, признали, что она заслуживает присуждения ее автору, ученой степени, кандидату, скажем, исторических наук. Нет, правило другое. Две трети надо. То есть вот вы защищаете свою кандидатскую диссертацию, а мы вот договорились, нас треть в ученом совете, и мы вашу диссертацию заподали. Почему? Потому что вот мы уже писали другое. У нас уже книжки, у нас уже статьи на эту тему написаны, а вы пошли дальше, то есть наши представления, взгляды и позиции, ну, для своего времени были, может быть, хороши, а теперь устарели. А вот вы пришли и хотите тем самым своей диссертацией нам все испортить, навредить. Поэтому мы вас... А голосование какое? Явное или тайное? При защите диссертации. Тайное. Вот я вычеркнул, и все. И бросил. Другой открывает. Пум. Нету двух третей. А есть вот чуть-чуть меньше двух третей. Если чуть-чуть меньше, больше половины, но меньше двух третей, диссертация считается незащищенной. Это еще кандидатская диссертация. А вот представляете, вот защита докторских диссертаций. Вот вы защищаете докторскую диссертацию, а мы, доктора, стоим тут сплоченные таким плечо к плечу, и вы хотите встать в ряд с нами. А вы кто такой? Невиданный, неслыханный. И еще доказываете, что то, что у нас было, уже это устарело, а вот это вот новое передовое. И чем очень часто получается так, слабые диссертации проходят, сидят там старички, что-то так, слушают полуха, засыпают, потом проголосуют, пусть идет. Никого не затрагивает эта диссертация, поскольку она ничего принципиально не меняет. Интересы научные, так сказать, не затрагивает тех, кто тут сидит в ученом совете. Они проголосовали, и дальше она пошла в высшую аттестационную комиссию, и человеку дали кандидатскую степень. А если он вот такую написал, выходящую за рамки чего-то обыденного, тут все сразу встрепенулись, задают тысячу вопросов. В ответ они, сказать, никого-то не устраивают, выступают. Такой порядок, что выступают официальные оппоненты, но, во-первых, все диссертации открыты, и даже, между прочим, идет запись на ВАКе, можно на сайте посмотреть. И выступать могут официальные оппоненты, причем приехавшие из любого города. Вот приедут и будут говорить, что ваша диссертация никуда не годится. Она такая-сякая и растакая. Короче говоря, очень часто бывает, что более глубокие работы, более содержательные работы, они, эти работы, бывает, проваливают. Но если это новое передовое, на самом деле новое передовое, оно, потерпев поражение, что не пропадает, не исчезает, а закаляется. Вот если вы потерпели поражение, но не были разбиты, то в следующий раз, значит, подготовитесь лучше к второй защите, особенно к третьей защите. Тем более за это время вы напечатаете новые статьи, может быть, книгу.
и так далее. И покажете, что ваша точка зрения дана глубока, она пользуется поддержкой все большего числа ученых и так далее. И, наконец, если вы руки не опустили, а есть такие люди, которые руки опускают, и на этом, так сказать, их деятельность заканчивается. А если вы руки не опустили, если у вас идея действительно передовая, вы эту идею защищаете, и вы приобрели очень хорошую школу. Вот чем отличается бег с барьерами от просто бега? Тем, что если вы занимаетесь бегом с барьерами, то вы приучаетесь быстро преодолевать препятствия. Правильно? Раз-раз они перепрыгивают через эти барьеры. А человек неопытный, вы пойдите, побегите, вы сразу собьете эти все барьеры и коленку себе расшибете. А если человек уже потренировался и бегает, бег с барьерами осуществляет, он спокойно это делает. Поэтому, если это действительно новое передовое, если человек сам тоже носитель нового передового, а не такой человек, который, на которого там дунули, или ему что-то помешали, он сразу заплакал, заныл и отполз в сторону. Если этот человек готов за это, сражаться за эту идею, за передовое, то тогда этот человек рано или поздно добивается того, к чему он стремился. То есть новое в этих поражениях укрепляется, усиливается и начинает систематически теснить старое. И настолько оно уже укрепилось, и так оно здорово теснит старое, что оно теперь побеждает постоянно. Побеждает, расширяет свое влияние, становится широко распространенным принципом, но, ну такая беда, появляется новое. Все время же этот процесс идет, по отношению к которому вот это новое, о котором я только что рассказывал, является каким? Старым. И то, что тогда? И тогда все повторяется сначала. И вот это ваше новое, наше новое передовое, которое мы тут лелеяли, за ним следили, оно так прекрасно подавляет это новое, которое появилось. Причем это не связано обязательно с классами, с классовой борьбой. Это может быть в любой области. При самом полном коммунизме, когда классов не будет. А что, не будет трагедий, не будет борьбы позиций, не будет борьбы подходов к тому или иному делу и так далее. Вот мне однажды пришлось лекцию читать, ну, скоропостижно, для работников драматических театров, для артистов, в Доме политпросвещения. Причем я прихожу туда, на пролетарской диктатуре, дом 6. Директор говорит: Михаил Васильевич, вот не пришел лектор, что-то надо делать. Да вы не можете лекцию прочитать драматическим артистам? Я говорю: ну здорово придумали. Чего я им такое прочитаю драматическим артистам? Ну как-то вы спасайте, вот как-то надо спасти дело, что-то надо. Вот, конечно, собрали, как-то это такой редкий случай, собрали. Ну вы им что-то расскажите. Я подумал, думаю, ну ладно, я пришел к этим артистам, говорю: так, граждане, значит, сразу скажу, что я никакого отношения к вашей специальности не имею и ничего по вашей специальности вам не скажу. Поэтому я, так сказать, могу вам только рассказать, как мы будем жить при коммунизме, возможно, при полном, потому что, возможно, никто до него не доживет, ни вы, ни я. Поэтому, я думаю, вы с интересом послушайте, а я вам с интересом расскажу. Вот. Все они заинтересовались сразу, думаю, что это за чудеса такие. Ну вот я говорю, вот я вам расскажу, значит, что будет при коммунизме полном. И начал им рассказывать, какая будет борьба нового во всех сферах, в том числе в сфере искусства, в том числе в сфере, значит, вот в искусство драматического. Ну, вы, наверное, себе представляете, если я вот режиссер, а вы артисты у меня, да? Какая там? И вы такой хороший, талантливый артист. Так, вы не выступаете в этом, вот он будет, в спектакле. Все на этом, боритесь. Так, вот она выступает, и он выступает, а вы не выступаете. Следующий спектакль. Так. Так, все, хмуро смотрит. Так, не выступает. Он выступает, вы выступаете.
не научитесь весело смотреть, не будете выступать. Представляете, какая диктатура там в театрах? Режиссер все решает, а артисты ничего не решают. Не хотите драматический театр посмотреть, посмотрите, скажем, сферу музыкальную. Вот вы играете на фортепиано очень хорошо, а я вас не вставляю. Вот, например, есть величайший у нас сейчас гениальный музыкант современности Михаил Васильевич Плетнев, руководитель Российского национального оркестра. Приедешь за границу, в любое место зайдешь, в любой магазин музыкальный, там все его записи стоят и все его боготворят. Художественный руководитель, композитор, и дирижер, и пианист. А вот он уже лет, наверное, 16 не выступает у нас в Санкт-Петербурге. Наша филармония его не приглашает. А почему? Он не хочет, не приглашает. Кого-то приглашает, кого-то не приглашает. Это же сфера, музыкальная сфера, тоже сфера определенной борьбы. Вот я им рассказал то, что вам рассказал, о том, что будет борьба нового со старым. И вывод сделал такой. Поэтому будут драмы, будут трагедии в человеческой жизни. А раз так, то будут и пьесы, которые будут эти драмы описывать, которые будут происходить при самом полном коммунизме, про которые все так говорят, как будто там вот потоком польются какие-то блага, и надо будет только к этому потоку прильнуть и пить. Всякие сказки рассказывают про коммунизм. Вот это вот реальная борьба, вот в обществе. В обществе всегда была и будет борьба. Без борьбы вообще никакого развития не совершается. Поэтому, товарищи дорогие, могу вам, значит, авторитетно доложить, что работа у вас у драматических артистов будет. Они обрадовались и с удовольствием похлопали. Потому что, конечно, вопрос о работе их волнует. Сейчас, говорит, вот мы драматические артисты, а потом будет там гладкая жизнь такая, там не будет никаких трагедий, а что нам делать? А мы вот такие артисты, которые напряжение борьбы умеем показывать, а что показывать? Не надо ничего показывать. Но вот мы должны это усвоить на всю жизнь, что и вся-то наша жизнь есть борьба. Поэтому то, что в песне поется, поется не случайно. Действительно, вся-то наша жизнь есть борьба. Жизненная борьба, и не только борьба за жизнь, как бывает иногда в случае очень сложной болезни, но и борьба за лучшую жизнь, за землю, за волю, за лучшую долю и так далее. И эта жизненная, если эта жизненная борьба не ведется, то идет негативное развитие, негативное движение, которое больше похоже на деградацию, чем на развитие. Хочу привести вам пример, свежий, чтобы он и свежий, и недалекий, а относящийся к нашей стране в настоящее время. Вот вы, наверное, представляете, что чему равны темпы экономического роста в России. Никто празднично не выступает из руководителей, не говорит, вот мы тут хорошо развиваемся. Нет таких выступлений, а откуда они могут быть, если у нас там минус 0,2 за прошлый год имеет место падение производства в России. Вот есть всякие другие оценки, особенно после того, как органы статистики подчинили Министерству экономического развития имени Юлюкаева. Вот. И, как вы понимаете, можно какие-то натяжки сделать статистические. Ну, вроде говорят, что есть 0,8% роста. Ну, например, Китай имеет 6,5%. Есть разница, да? Во сколько раз? Черт тебе во сколько раз. И вот при этом, как сообщается в российской газете, от 17 марта этого года, количество долларовых миллионеров в России за 2016 год выросло на 10%. Не вижу у вас радости на лице. Я думаю, вы, наверное, не попали ваши родители в число долларовых миллионеров. И мы обошли все европейские страны по этому показателю очень сильно, потому что в Европе снижение числа долларов миллионеров на 4%. А у нас рост на 10%.
О. О, какая у нас экономика, которая выдает на гора такое количество долларов миллионеров. А в мире доллары миллионера только на 3% выросли за 2016 год. А у нас 3 раза больше. С лишним 10. Это не все. А доллары миллиардеры? Долларовых миллиардеров у нас на 11% стало больше за 2016 год, чем было. Чего вот я не вижу вот какой-то радости у вас на лицах. Но в этом же материале есть и объяснение, почему у некоторых нет радости. Потому что даются данные. Это данные подготовила Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Значит, как показывает ее анализ, ее исследование, реальные доходы, то есть то, что вы можете получить в виде продуктов на свои доходы, граждан России по сравнению с 2013 годом сократились. И значительно, почти на 10%. То есть реальные доходы граждан России составляют 90,5% от того, что было в 2013 году. То есть жизнь становится у россиян хуже, в среднем, все хуже и хуже и хуже. Если мы возьмем заработные платы, вот в доходы входит и ваша стипендия. Стипендию получаете? Ну, вы понимаете, что с инфляцией ваше содержание этой стипендии как бы у вас как бы из кармана все время забирают. Сейчас планирует Министерство экономического развития у вас забирать по 4% в год. Планирует. Это вот этот коридор, вот они хотят обеспечить, чтобы 4%. Ну, если со всех собирать по 4%, как вы понимаете, то это дает известную возможность получить дополнительный доход. А что такое инфляция, вы знаете? Кто-нибудь тут знает, что такое инфляция? Ну, что такое инфляция? Ну, это когда вот у тебя есть какое-то определенное количество денег, но ты на них уже... Ну, обесценивание денег, в общем. Ну, вот представьте себе. Вчера можно было купить больше, нежели чем сегодня. А вот представьте себе. Это вот так вы думаете. Это, я бы сказал так, это правильно, но это еще не определение инфляции. Почему? Потому что представьте себе, что я вот собственник фабрики, да, капиталистической, или завода. Ну, выросли цены на сырье. Я, когда формирую цены на свою продукцию, я теперь эти вот более дорогое сырье включаю в затраты на производство своей продукции и, соответственно, повышаю цену на свою продукцию. И мне, строго говоря, наплевать, насколько выросли цены на сырье. Насколько выросли цены, настолько я и повышу цены на свою продукцию. Мне ничего плохого от того, что цены растут, нет. Да еще может быть так, что я под предлогом инфляции цены на сырье выросли на 10%, а я еще повышу свои цены на 15%. Я объяснять вам буду. Ну, потому что вы же знаете, что все растет. Вот поэтому и у меня тоже дорого. А вы что думали? И так это все ползет, и ползет, и ползет. А какая-нибудь экономическая основа есть для этого? Для роста цен? Вот вы как считаете, затраты труда на производство продукции у нас сокращаются или растут? Сокращаются. Это что, закон какой-нибудь частный или это всеобщий социологический закон, что с ростом, по мере совершенствования орудий труда, по мере совершенствования средств производства и технологий, по мере роста умелости работников, затраты труда на одно и то же количество продукции сокращается. Или даже вот у нас, допустим, стабилизировалось количество выпуска. Вот сейчас застой по выпуску, да? Просто сколько раньше производили, столько и сейчас производят. Но количество рабочих-то сокращается. Но если меньшее количество рабочих выпускает то же количество продуктов, значит, в одном продукте содержится труда меньше или больше? Меньше. Если в одном продукте содержится труда меньше, значит, то, что нам тут рассказывают люди безграмотные или заведомые лгуны и обманщики,
у нас затраты труда на все продукты сокращаются или растут? Сокращаются. Значит, что происходит? А происходит следующее, что если я произвожу какую-то продукцию как капиталист, я, во-первых, выигрываю из-за того, что я понизил свои затраты труда, это первый выигрыш. А второй, я не просто сейчас капиталист, мы находимся в какой экономике? Монопольной. У нас сейчас какой капитализм? Монополистический, империализм. А раз монополистический, куда вы пойдете покупать, кроме как туда, где мои товары есть? Если я имею монополию на товары, допустим, в ЖКХ, куда вы сунетесь? Куда вы не сунетесь? Тарифы ЖКХ устанавливают не так, что их там много-много всяких разных. Нет. Повысят вас, и не вываться некуда, и будете платить больше. То есть я сэкономлю на том, что я меньше затрачиваю труда и получаю тем самым большую прибавочную стоимость. А плюс установлю монопольную цену. Кто устанавливает цену? Вы или я? Я установлю, я продаю. Я и устанавливаю. И все. А есть единственный, так сказать, владелец товара, который не может это сделать, получается у него. Это кто такой? Вот рабочий. Зарплата – это что такое? Что такое зарплата? Кто-нибудь знает? Слышали такое слово? Ну, это опять тот самый случай, известное ведь. Это же известное, да? А раз известное, то вы уже понимаете, что так просто не скажешь, что это такое. Могу я вам сказать, что такое зарплата? Вот вы, если вы идете, нанимаетесь на работу, то вы продаете свою способность к труду. Правильно? А способность к труду называется рабочей силой. Это совокупность, так писал Маркс, физических и духовных потенций, которые пускаются в ход всякий раз при производстве материальных благ. И вот пришел рабочий продавать свою рабочую силу. А заработная плата – это сколько ему за этот товар дают. Товаром является рабочая сила. Следовательно, та цена, по которой рабочие продают свои рабочие силы, и называется заработной платой. Рабочая, цена рабочей силы называется заработной платой. И вот владельцы этого товара, рабочие, выходят на рынок, им противостоят монополисты. Поэтому никакого повышения цены им не удается добиться. Так? И в итоге, что в одиночку, по крайней мере, ни за что вы не добьетесь повышения цены того товара, который вы продаете. Вот вы пришли ко мне наниматься на работу. А я что говорю, не видите, сколько у меня гастарбайтеров стоит? 5. Которые согласны за меньшую величину. Идите, вот я вас беру, а вообще-то мог бы и не брать, потому что вот так вон их сколько стоит. Кто их заводит, этих гастарбайтеров? Сами приезжают или их завозят? Я их и завез, чтобы вы тут не выпендривались по поводу зарплаты. А то будете говорить, мне мало там, мало ли чего вам мало. Вот уходи, проходи, вон там сколько. Нет такой капиталистической страны, в которой не было бы безработицы. Вы думаете, что капиталисты дураки? Они не могут посчитать, сколько рабочих и сколько рабочих мест надо. Думаете, они не в состоянии это сложить и сравнить? Они это прекрасно знают. Они знают, что надо сделать рабочих мест заведомо меньше, чем есть рабочих. Тогда вы будете очень сговорчивы, потому что за вами стоит очередь. А если вы будете тут требовать повышения цены или устанавливать более высокую цену на свою рабочую силу, попадете на биржу труда. Там вас годик подержат, копейки вам будут платить, а потом скажут, что через год мы вас забыли. Вы никуда не устроились. Вы сами виноваты. Поэтому инфляция, можете записать, это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Повышение цен на все товары. У вас телефончик упал. На все товары, кроме товара рабочая сила. Инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. То есть вот какой-то фокус.
Один только товар есть, который. Как бы вот он, если представить себе, никогда не плавали по Волге, шлюз. Вот если вы находитесь в шлюзе, и вот в меньшего уровня вы должны перейти на более высокий уровень, когда закрываются створки этого шлюза, и туда начинает наполняться, наливаться вода. И корабли все, которые стоят в шлюзе, начинают вместе с водой подниматься выше, выше, выше. И когда выйдут на тот уровень, куда им дальше плыть, створки открываются, они поплыли дальше. И так получается некая лесенка. Можно так, а вниз наоборот. И вот представьте, что вот она, вода наполняется, и все ваши корабли всплывают, а рабочие, они вот этой цепью привязаны ко дну. Поэтому, когда вода поднимается, она просто их покрывает, а они никуда не всплывают. Поэтому никакая зарплата не повышается. Никакого автоматического повышения цен на товар рабочей силы не происходит. И это единственный товар, на который цены не повышаются. Все повышают, все товаропроизводители повышают цены, кроме... А рабочие могут повысить? Могут, теоретически, если они образуют себе профсоюз. И профсоюз создается специально для борьбы за повышение цены товара рабочей силы. И тот, кто думает, что он может добиться этого повышения в одиночку, тот ничего не понимает в современной экономике. И профсоюзы очень часто они попадают под влияние политических партий и работодателей. Например, у нас есть два профсоюзных объединения крупных. Одно называется ФНПР, находится под политическим влиянием «Единой России». И руководители ФНПР входят в руководство «Единой России» сразу же. Поэтому не ждите, что ФНПР добьется повышения заработной платы. А есть другое объединение Конфедерации труда России, руководит которым человек, который входит в совет при президенте. Поэтому он тоже представляет работодателей. И можно сказать, что Конфедерация труда России находится под политическим влиянием другой партии работодателей, «Справедливая Россия». Поэтому если нет соответствующей самостоятельной борьбы, а надежда только на эти вот профсоюзные объединения, то никакого повышения зарплаты у рабочих не происходит. Оно и не происходит. А что происходит? А то, что я вот вам процитировал, продемонстрировал, ссылку дал, идет понижение доходов и зарплат. А если понижается зарплата у рабочих, то как вы думаете, если это касается уже сферы там, науки, искусства, образования, ну тут само собой тогда и происходит понижение реальной зарплаты, естественно, и реальных доходов. Или неужели начнут расти пенсии тогда, когда зарплаты падают? Не будут они расти. И вот все время придумывают, сейчас самые, можно сказать, лучшие, в кавычках, умы, считающиеся экономически грамотными, думают о том, как поднять и увеличить пенсионный возраст. Потому что вот эти, они рассматривают пенсионеров как вредителей. Потому что они уже не работают, а деньги им приходится платить. И вот тоскуют эти деятели по старым временам, старым еще до того, как появилось рабовладение. Когда при первобытном коммунизме, если у взрослые дети уже образовали семьи, и у них появились дети, то вот родители, которые понимают, что средств мало, или будут жить дети со своими детьми, или они уходят в горы, и без всякой пенсии. Вот так сейчас над этим думать, как бы так сделать, чтобы пенсии-то не платить. Причем в свое время Ельцину удалось добиться в отношении мужчины этого. Возраст был выхода на пенсию 60 лет, а продолжительность жизни мужчин, благодаря стараниям Бориса Николаевича, и за это ему такой отгрохали могучий Свердловский центр памяти его, благодаря стараниям Бориса Николаевича, возраст, продолжительность жизни сократилась у мужчин до 59,5 лет. И вот, так сказать, когда мужчин спрашивали, какой вы вариант пенсии выбираете, а им безразлично, какие вы.
А не ходили ли в какой-нибудь фонд пенсионный, им тоже безразлично. Их даже стали звать молчунами. А какая им разница? Никакой разницы нету. Они не дадут. Единственное, что плохо себя вели женщины. Они наступил уже возраст, когда они начали получать пенсию, а они все не умирают и не умирают. И тем самым подрывают вообще основу могущества нашей славной страны. Вот до сих пор, сейчас вы можете посмотреть, все разработки высшей школы экономики, которые по существу являются центром иностранного влияния в России, сводится к тому, чтобы вот как-то вот добиться увеличения возраста, с которого люди уходят на пенсию. Даже цифры и варианты есть такие. Или, значит, мужчинам и женщинам 65 лет отобрать. Хотя мы прекрасно знаем, что вот эти пенсионеры ходят, платят бешеные деньги за лекарства, а лекарства сейчас на уровне наркотиков продаются. По 1500, по 1600, по 500. И так далее. И, скажем, в аптеке «Озерки» такой красивый стенд электронный. Там, если большая цена за лекарство, значит, такой сразу появляется российский флаг и надпись. Вот эта цена гарантируется государством. То есть не вздумайте понизить. Написано 2300 за лекарство, значит, 2300. Не просите, меньше никак не получится. И так далее. Вот все это говорит о том, что когда мы рассматриваем развитие, начинаем это применять уже к обществу, то ни в коем случае нельзя рассматривать это развитие такой гладкий, такой процесс, только движение низшего к высшему, простого к сложному. А в этом процессе есть постоянно и противоположные движения, и есть противоречия, и борьба. Развитие надо рассматривать как борьба противоположностей. Хотите, чтобы у вас выросла зарплата, можно сказать, рабочим, создавайте профсоюз и боритесь. У нас есть законы, которые допускают борьбу, предполагают коллективные переговоры, коллективные трудовые споры. Забастовка у нас записана в Конституции, в 37-й статье, записана подготовка к забастовке. И сам регламент проведения забастовки, он расписан в Трудовом кодексе Российской Федерации. Стоит 120 рублей. Читайте, готовьтесь. Не хотите читать, не хотите готовиться – хлебайте ту зарплату, которая у вас получается. Не говоря уже о том, что у нас есть люди, которые нанимаются и которых не оформляют. Или не оформляют вообще трудовой договор. И тогда никаких отчислений ни в пенсионный фонд, ни медицинского страхования нет. Допустим, девушку приняли, и потом она вышла замуж, и ей пора рожать, а никто ей никаких этих ни дородовых, ни послеродовых платить не будет, и вообще никаких знать ее не знают. Ее тихо спровадят, чтобы она, так сказать, уже больше не была на работе. Хотя, вот, скажем, государство гарантирует, что 3 года сохраняется место для тех, кто уходит в такой декретный отпуск и так далее. И слово «декретный отпуск» еще от слова «декрет», который был принят в первые годы советской власти на самом деле. Оно так и осталось и закрепилось. Но если у вас нет трудового договора, все, вы же знаете, что сколько людей работает без трудового договора. И как их обманывают при этом. Есть другой вариант. Трудовой договор составляют вам, ставят туда минимальную зарплату в этом трудовом договоре, говорят, ну и вы не расстраивайтесь, мы вам будем в конверте давать каждый месяц вот столько. Могут давать, могут не давать. В чем? Где источник этих денег? А источник очень простой. Если вы получаете маленькую зарплату, фонд зарплаты официальный получается небольшой. А вот на этот фонд идут всякие дополнительные налоговые расходы, которые должен сделать работодатель. А именно, он должен уплатить фонд медицинского страхования, фонд пенсионного страхования и так далее. И налоги, вот, связанные с тем, сколько он на каждого работника. Поэтому норовят заставить лучше вас 2 смены отработать, чем двух рабочих нанять и так далее. В итоге работодатель не уплачивает эти налоги государству. И половину может от этой выгоды своей дать вам в конвертах, поскольку он забрал ваши средства, а дал вам только половину.
И вот такая широко распространенная практика, это называется серая зарплата. Серая. И это, не, к сожалению, не то, что, так сказать, является там редким явлением, а широко распространенное сегодня. И наше государство, в котором есть чего только нет, и судьи, и прокуроры, и судебные приставы, и исполнители, и следственный комитет, и надзорные всякие инстанции, прокуратура, прежде всего, которая должна денно и ночно надзирать за полным и точным исполнением законов во всех сферах. Она надзирает, надзирает и что-то не видит. Или слабо видит. А как ей слабо не видеть, когда сказать, один прокурор, Скуратов, его прогнали генеральный с его поста, второй, Ильюшенко был 3 года, сидел в тюрьме, потом его выпустили без объяснения обстоятельств. Генеральный прокурор тоже, и это, так сказать, темная история. Прокуратура ошеломлена и, в общем-то, слабо может на что-то повлиять. Пожаловаться вы туда можете. Пожаловаться можете и в прокуратуру, можете в Рострудинспекцию и к Господу Богу. Не от, вот от Господа Бога вы ответа не получите, а от этих инстанций получите ответ. Что вот, скажем, в настоящий момент не усматривается необходимость принятия мер прокурорского реагирования. Или нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Это обычный стандартный ответ. Сидят люди, бумажку получили, бумажку отписали. А если вы пойдете и хотите попасть на прием прокурора, там в прокуратурах есть дежурные прокуроры, вот, то вам скажут, сначала вы должны вот письменно обратиться. Вот он вас не примет. А вы их написали письменно и хотите отдать, принесли. И говорят, нет, мы вас вот не примем. Что нужно сделать, чтобы ваше заявление приняли? Вот вы знаете, поскольку мы сейчас говорим с вами, что всякое развитие идет через борьбу. Что надо делать, если вас не принимают заявление в какой-то инстанции? Ну, как Кубы сделать, как вы сейчас сделали, уйти. Да? Или так грустно сидеть, как вы, и думать, как трудно мне жить. А кто-то скажет, не надо ходить никуда. Что делать надо? Вот вы пришли ко мне, вот принесли заявление. Вот, Михаил Васильевич, примите заявление. А у меня секретарша сидит. Есть такие шутки такие на японском языке. Секретарша по-японски сукахама. Она для чего сидит? Чтобы не принимать ваше заявление. Вы говорите, примите заявление, не буду. Вы не просто, а если я приму и выкину его? Вам же нужно подтверждение того, что я получил, или вам не нужно? Вы собираетесь добиваться, бороться? Вы за новое пришли бороться? Идите отсюда. Что будете делать? Вот такой молодой, энергичный, здоровый. Что будете делать? А я вас отфутболиваю, и все. Что делать будете? Ругаться будете со мной? Сейчас вызову ОМОН, вас выведут отсюда, в университет. Ну что вы делаете? Объясняю. Пришли с 2 экземплярами своей челобитной. Просите, чтобы или секретарша, или канцелярии расписались на 2-м экземпляре, что получено. А вас это так, это первый вариант. Это вариант, это малая война. Малая война может быть проиграна. Скажет, не буду вам ничего писать, пошел вон отсюда. Чтобы я тебя не видела вообще. Уходите сейчас, вот, я сейчас вызову охрану. Так и бывает чаще всего. Тогда что нужно делать? Что нужно сделать, если вы проиграли здесь вот первый бой? Во-первых, можно напасть на того, кто это сделал. Вот у вас сидит сколько? 3 человека. 3 человека, берете лист бумаги и пишете акт. Акты принимает любая инстанция. Как принимает? Если вам удастся дотолкнуть к нее. То есть это подтверждение факта. Акт не представляет собой никакого обвинения, он просто констатация факта, что произошло. Акт. Мы ниже подписавшиеся, вот все свои фамилии пишите, составили настоящий акт в том, что сегодня, такого-то апреля, 12 апреля, в день космонавтики, вот. Наше заявление направлено на имя профессора Попова. Профессором Поповым не было принято. Вот. При этом он
отказался и вел себя, ну, скажем, невежливо. А если вежливо, так и вежливо. Вел себя вежливо, но принять наше заявление отказался. И подписи. После того, как вы составили подписи, сделайте сразу два экземплярчика. Никогда не надо делать в таких скандальных делах два. И вот после этого предлагаете, опять ко мне подходите, вот вы подходите, вы в белом как раз подходите для этой роли. Подходите, говорит, Михаил Ильич, подпишите, что вы отказались принять. Я говорю, ничего не буду подписывать. Тогда вы опять вот здесь на уголочке пишете уже. Значит, гражданин Попов поставить подпись о том, что он ознакомился с данным актом, отказался. И все. Вам только надо дату, число, все заверили. И вот если вы, допустим, на меня пожалуетесь в суд, в прокуратуру, куда-то, вот этот документ является доказательством этого факта. Три человека. Если два человека, нет. Три достаточно. Вот. Но если вы мне принесете этот акт, в одном экземпляре составили, долго трудились, я первое, что сделаю, вот сейчас говорю, давайте его сюда. Говорит, подпишите, сейчас. Я взял его, поэтому нужно два экземпляра, второй-то не давайте. На втором вы напишите, что он не только отказался, и порвал первый экземпляр. Если я вот принес вам заявление, вам не нравится, вы его раз, а я второе. У меня на ксерокс работает, я второе. Вы опять раз, я третье. А на четвертый уже ему не захочется рвать. Он видит, что тут бессмысленно рвать, потому что у вас этих экземпляров немерено во всех карманах. Вы же на борьбу собираетесь? Как вот мы договорились, что у нас развитие будет через борьбу? Или вы придете за светлое и хорошее, и все скажут, дорогой, и все для вас сделают? Так вы себе представляете нашу жизнь? Или жизнь вообще? А наша жизнь есть борьба. Короче говоря, не взял я у вас. Что надо делать? Все? Идти плакать? Нет. Идете на почту и пишите мне письмецо. Письмецо. Адрес вы легко узнаете, правильно? Санкт-Петербургский государственный университет. Посмотрите. На адрес знаете наш университет? Ну, все, напишите. И письмецо мне заказное с уведомлением о вручении. Это значит, почта уже, вы со мной контактировать не будете, почта у меня будет все время долбить, бомбить и требовать, чтобы я подписал. А если я, что я забрал? Если я не заберу, они... Значит, пришлют уведомление, что такой-то отказался брать. У вас документ будет обвинительный. Или, если они мне затолкают это заказное письмо, у вас будет документ, что я получил. И все, у вас будет задача первая решена. То есть вы этот самый документ, который вы хотели направить, направили. То есть, если вы что-то хорошее делаете, надо преодолевать сопротивление, которое может быть при этом. А настраиваться на то, что нет сопротивления, приводит к тому, что человек потом страдает. Я пошел, меня побили. И такая была песня. Нас побить, побить хотели. И про эту песню есть стишок. И так они противно выли, что и вправду их побили. Вот будете ходить и клянчить, вот вас еще и побьют. Поэтому, если вы за правое дело, так надо и бороться за правое дело. Соответствующим образом. А если вы не знаете, что такое развитие, или думаете, что развитие – это когда вам все больше дают пол пирога, потом целый пирог, потом два пирога, потом три пирога, это вам кажется, что это развитие такое бывает во сне. А в жизни все хорошее достигается борьбой, скажем, трудом, борьбой и прочим. Да тот же экзамен надо вот, будет экзамен сдавать. Каждый мне персонально будет сдавать. Я вам предоставлю возможность бороться. То есть вы придете ко мне с неправильным ответом, я вам покажу, где неправильность отмечу, и скажу, идите, подумайте. Вы второй раз придете, уже лучше. Я говорю, еще раз подумайте. Если вы с третьего, с четвертого, с пятого раза все ответите правильно, я вам пятерку поставлю. Мне не важно, сколько раз вы подходили, мне важно, что вы показали, что вы можете добираться до истины самостоятельно, ну, с моей помощью. Ну, а если вы 10 раз ходили и так ничего и не додумались ни до чего, ну, тогда кто виноват? Я сделал все, что мог. Дал такую вам возможность. Экзамен тоже борьба. У нас университет государственный. Тот, кто не подготовился,
и борется с государством, проиграет. Почему? Потому что государство – это машина насилия для проведения политики определенного класса. Вот я тут в позиции правящего класса, который должен обеспечивать соответствующий уровень подготовки, буду проводить экзамен. Сурово. Да? А как еще? Может, государственный же университет? Что хотят сказать, когда говорят «государственный университет»? Это и хотят. Государство – это тюрьмы, лагеря, там, ОМОН, это Росгвардия, армия, полиция. Это страшное дело, государство. И тут вы один пришли на экзамен, все вас окружили. Так вот трудно вообще пробиться. Но ничего страшного, все пробиваются, студенты, и вы пробьетесь. Но вы же за светлое боретесь. А светлое, оно же в конечном итоге побеждает. Мы же вот в нашем с вами определении и рассуждении о борьбе нового со старым. У нас же конец хороший всегда. Новое передовое пробьется и станет старым, и начнет душить других. Так что ничего такого страшного тут нету. Ну, надо просто к этому готовиться. Поэтому никогда не надо терять настроение во время так, неудач. При каждой неудаче поется в известной песенке: давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Так? Вот это все это о развитии, как надо понимать развитие правильно, как действовать в обществе. Ну, а есть какая-то экономическая основа того, что вот это новое передовое будет побеждать? Вот и борьба идет, противоположность. Какая сторона возьмет верх? Есть какие-то основы? Есть что-то такое прочное, на что можно ориентироваться, и что дает нам силу? Силу хотя бы такую моральную, что мы защищаем правое дело. Вот есть какая-то экономическая основа для того, чтобы новое побеждало старое? Есть? Мы вообще с вами должны понять, как материалисты исторические, то есть как люди, которые умеют и к истории подходить материалистически, должны обратиться к производству материальных благ. Производство материальных благ при всяком способе производства, при всякой форме производства, в любые времена идет развитие орудий производства. Вот вы должны быть как музеологи, показать и рассказать людям, вот что бы ни было, какие бы ни были войны, сражения, какие бы ни были ситуации, откаты, движение вперед. А вот орудие труда и средства производства и умелость работников постоянно совершенствовались. Так? Показать надо людям. Вот сейчас вы еще можете посмотреть в музеях, как вот старые орудия в древности, а сейчас что, нету? Вот сейчас вы захотите посмотреть, как изменились наши средства производства за 25 лет. Где посмотреть? Ну вот как у военного еще снаряжения, вы можете пойти в артиллерийский музей, да, и посмотреть, какая там. Там не самые современные, но стоят и более-менее современные оружия. Как оно менялось. Но если я хочу посмотреть, как изменилось вот в производстве, что где смотреть? Вы можете, вот, товарищи музеологи, меня просветить? Есть такой музей, где я могу узнать, как изменялись орудия труда, машины, станки, механизмы, допустим, с 17 по 91 год или с 91 по 2017. Куда пойти? Пойду в Эрмитаж, говорит, вот хотите, в Египте вам покажут, как развитие шло. Как там изменялись орудия труда. В этнографию пойду, мне там покажут, как в разных странах, и в том числе в России, какие там были орудия труда каменного века, железного века, бронзового века, да? А я хочу узнать, как у нас. Нет, у нас что, меняется что-нибудь в производстве? Вы не хотите, сказать, решить эту проблему, как представителя нового поколения, чтобы люди вообще могли следить за материальной основой всего развития общества? Это материальная основа, правда? Причем та, которая вселяет оптимизм, потому что наука и техника, нам говорят, сейчас у нас умная экономика. А что она такая умная, что у нее там темпы роста такие маленькие? Шибко умная такая экономика. Или говорят, у нас гигантский разворот научно-технического. Где этот разворот? В США низкие темпы производительности труда. Низкие. Собирается двадцатка.
И вот начинают обсуждать. Надо нам иметь двадцатки не менее 2% темпов роста в год. И что? А ничего, и не выполняется 2% у этой двадцатки. И гигантский разворот. Так что это за научно-технический прогресс, когда, значит, это все телефоны, разговоры, просмотры фильмов, переписывание одного с другим, передача информационных сообщений. У всех у нас есть телефоны, они все раньше эти стрекотали кузнечики, а сейчас стрекочут андроиды. И вся разница. А что от того, что у меня есть андроид? Что изменилось в производстве? Что стало быстрее? Что улучшилось? А вот я могу вам сообщить, как у вас дела. У нас плохо, а у вас как? А вы мне тоже. Раз наберете, хотите по WhatsApp, хотите по мессенджеру. Еще мы можем Skype включить и будем говорить, ну как у вас там дела? Да никак. И у нас никак. И давайте общаться. Ту-ту-ту-ту-ту. Мы все общаемся, так мы можем на пустое поле сидеть, на мусорных кучах. У нас их мусорные кучи в это время растут, а растут там в районе Вольгина. Огромные там, где Nissan и Hyundai. Мимо проезжаешь, если даже все стекла закрыты, все равно вонище необыкновенное. И никаких перспектив. Продолжают туда ссыпать, валить. Лес рядом вырубили эти легкие Санкт-Петербурга, чтобы оттуда на комендантский аэродром и на Приморский район, и на этот стадион, который построили за бешеные деньги, там за 49 уже миллиардов рублей, чтобы оттуда шла эта вонища. Подготовились к чемпионату. Где прогресс? Что, трудно сделать, чтобы собрать раздельно мусор? Вот когда здесь был товарищ Романов первым секретарем, у нас собирали пищевые отходы. На каждой лестнице стояли бачки через этаж. Каждый день туда люди кидали пищевые отходы. Каждый день дворники мыли, а дворники были. Служебная квартира была в каждом доме, и они выходили на работу не тогда, когда уже все тут загниет, и когда снегом все засыпет и затопчет, а выходили рано утром. Им за это платили, и работали гигантские свинокомплексы, и это и у нас тут завались было ветчины вкуснейшие. Это не то, что сейчас дают там с этими соевой. Сои всякое, так сказать, и прописанное черти какими веществами, от которого не знаешь, когда ты умрешь. Сразу или чуть-чуть позже. Или в той же самой Финляндии. Пожалуйста, вот тебе пластмассовые бутылки, эти, которые везде валяются. Заходит человек в магазин, в гастроном, там стоит автомат, он бух туда эту пластмассовую бутылку кинул, оттуда вот чек вылезает, на какую сумму он, вот это как деньги в этом магазине. То есть вы на эту сумму меньше затратите евро. Там евро в Финляндии также. Вот и все. Но кидайте, много у вас бутылок. Много туда накидайте, много у вас этих. Замены евро при покупке в этом магазине. Потом, если вы подходите к помойке, есть вот сюда только пластмасса, сюда только бумага. Сюда стекло, сюда черный металл, сюда цветные металлы. Приезжают люди, даже на машинах вытаскивают, они, значит, в разных. У нас бы тоже делали, так у нас не установили. Дайте, говорит, нам власть. Ну, дали вам власть. Ну, и что ваша власть делает? Ну, возьмите и сделайте раздельную уборку. Или вот тут лампы, скажем. Вот здесь вот я вижу лампа фирмы Philips или General Electric. Это лампа, у которой ртутный наполнитель нагревается. Ртуть, как известно, яд. Потом вот эти лампы выкинут на помойку. Потому что никакой системы сбора этих ртутных ламп нету. Выкинут на помойку. Да, потом они, значит, естественно, разобьются. И попадет эта ртуть в грунтовые воды. И этот страшный яд. В свое время дустом везде сыпали. И потом нашли этот дуст в грудном молоке. ДДТ. А есть светодиодные лампы, которые действительно энергосберегающие. В 10 раз больше сберегают, чем вот эти вот. У нас есть деньгосберегающие деньги, обычные, вольфрамовые, невредные. Вот эти вредные, которые вроде сберегают, но мало. Есть светодиодные, которые превращают электричество в свет, а эти в тепло превращают. И нагреванием этого газа получается освещение. А светодиоды светятся при малом нагревании. Там небольшое тепло есть, но вы можете лампочку откручивать рукой, потому что она не горячая.
где это вот, так сказать, такое движение, вот, которое было бы давать за развитие. Вот нам рассказывают, будем реформировать, будем перестраивать. Вот это все реформирование и перестройка противостоят развитию. Потому что развитие – это великое и большое, и требует труда, усилий и борьбы. А реформировать ничего не следует. Вот я сейчас, вот это уже реформа. Хотите, стол переставлю, стул сейчас передвину. Хотите, вместе сейчас будем вот это все туда поставим, а все эти сиденья сюда. И будем это делать в течение десятков лет. Туда-сюда реформировать. Сначала перестраивали при Горбачеве, потом при Ельцине реформировали. Ну что у вас форма такая? Оденьте зеленые. В следующий раз придете в зеленом, говорю, ну что вы в зеленом пришли? Оденьте красные. В красном придете, скажу, оденьте полосатые. Вам полосатые больше идет. И так вот можно все делать. И вот эта имитация деятельности у нас постоянная. Вы где раньше были? Раньше мы работали с вами на факультете историческом. Ну, переделали факультет в институт. Что изменилось? Ну, что изменилось? Я скажу, что изменилось. Это вот его переделали тогда, когда мы перешли от специалитета, то есть 5 лет обучения, перешли к 4 годам. Вот нам повезло, мы еще учились когда? Учились 5 лет. И имеем право по окончании поступать в аспирантуру. Имеем право преподавать в ВУЗе. Имеем право иметь не только одного человека в своем подчинении. Бакалавры этого не имеют. И назвали институт. Хорошо, институт. И что? А ничего. Можно все красиво, все бумажки надо переделать. И у нас институт философии. В один прекрасный день нас собирают на кафедре и говорят, Михаил Васильевич, подпишите, что вы согласны перевести себя, вас, мы вас переводим, с кафедры социальной философии, философии истории философского факультета СПбГУ на кафедру социальной философии, философии истории института философии СПбГУ. И вот эти вывески старые сняли внизу, и снаружи сняли, и внутри сняли, и повесили новые вывески. Ну, это небольшие затраты. Все, естественно, бланки, конечно, переделали. А вот что у нас такое за учреждение в этом желтом здании? Вот вы если подъедете, вот представьте, вот вы подходите к зданию и смотрите, это что такое тут? Что это за желтый дом? А что в этом желтом доме? Вывесок никаких. До ремонта это было, сейчас это секретное что-то. Заходишь в это секретное помещение, а там пропускная система. Наверное, какое-то оборонное у нас тут, наверное, ведомство. Или СИЗО. Не знаем, что, что тут делают там. Возможно, там что-то внутри, вот, может, мучают кого в этом. Или маршируют, или гуляют, выводят на прогулку во дворе, по кругу ходят. Не знаю, что-то происходит. То есть можно все время менять какой-нибудь такой вот внешний смены. Делать, если нет движения низшего, при этом низшего к высшему, простого к сложному, это не развитие. Это все суета-сует. Как написано в Библии, суета-сует, все суета. То есть пустое, никчемное. И вот это пустое, никчемное в значительной мере забирает наши силы. Бессмысленно. Но с этим надо бороться. А чтобы с этим бороться, надо знать, что такое развитие. Надеюсь, что вы, так сказать, категорию развития усвоили. Будете не только ее сдавать, понимание ее доказывать на экзамене, но и будете использовать своей... во всей своей практической жизни. И когда-нибудь, если кто-нибудь из вас создаст музей, в котором будет продемонстрировано, как развивались производительные силы России, вот если бы меня кто-нибудь туда пригласил, я был бы очень благодарен товарищам-музеологам, потому что товарищи-музеологи все время нам показывают древности, как будто бы после древности ничего не развивалось. А хочется же тоже знать. Но некуда пойти. Можно еще пойти посмотреть, как обороняли Ленинград. Ну, как вот все-таки было все это, вот, на каком базисе, как вот, на какой материальной основе все это все развивалось, наше общество, или деградировало. Почему оно стало деградировать? Что стало? Я знаю, что у нас не были станки, производились, потом перестали на заводе Свердлова. Нет завода Свердлова. Я вот лекции читал на заводе Ильич, который станки производил тоже. Нету этого завода Ильич, есть бизнес-центр Ильич. Как наши те заводы, которые производят
станки и механизмы, и вдруг превращаются просто в бизнес-центр. Там сидят люди и пишут бумаги. И там много-много сдается помещений для разных мелких всяких организаций. ООО. А ООО – это общество с ограниченной ответственностью. То есть с безграничной безответственностью, поскольку оно ответственность может ворочать миллиардами, ответственность в пределах уставного капитала – 10 тысяч рублей. Так что вот тема эта, которую мы с вами рассмотрели на этом занятии, очень актуальна. Перерыв.